2011 году еще был, еще по сути дела, юниором, выиграл. Кто будет разыгрывать вот такой, предлагаю, вариант розыгрыша штрафного англичанина, не очень казаться в этой системе, но сейчас не об этом, сейчас Кайл Уокер здорово перехватывает мяч. Бентран, ответный пас на него и прострел. Чемпионат Европы во Франции, прошедшего этим летом. Это литовский сектор. Лалана. Пас очень опасный. Нет никакого. Мать. Стерлин. Как легко проходит Файкунуса. И момент. Гол. Это кто? Это он. Джермейн Дефо. Вернулся в сборную спустя 3,5 года. И забил гол. Ну а забивал, если уж быть совсем дотошным в отношении Джермейна Дефо, это 4-летний назад, причем ну, практически день в день. В марте 2013 года последний раз Джермейн Дефо забил, он Бертранда. А это Стерлинг теперь сам пробьет. Да. Соседи шотландцев. Не будет. Ну, наверное, где-то и изящно пробует сыграть. А вот Джермейн Дефо редкость. А, ну, грубо. Очень резко реагирует. Один в один оставляют против Рахима Стерлинга. Файткунуса едва. Еще один момент не создает острейший. Литва, Словения. А затем забил шотландцам. Ой-ой-ой, какой момент! Сейчас не Федор Черных, а Викито Сливка. Прямо сейчас вашему вниманию. Артем Шмельков с вами по-прежнему. Адам Лалана, 11-й главный тренер Гаррет Саутгейт. Ну что ж, а у нас второй тайм начинается с Джоном. Было за первый тайм 6 штук всего, а зато вот тут едва и без удара даже. А так вот...